Всем привет! Меня зовут Денис, вы на канале Horde & Play. Мы дальше проходим игру Hellblood, ну или как я ее называю, Bloody Hell, так как-то прикольно звучит. Итак, мы идем искать наш огонь, чтобы открыть огненную дверь. Что? А, я вышел туда же, куда я заходил. Ладно, побегаем здесь, посмотрим, где я вышел. Я что-то не понял. Тут есть какие-то текущие задания, что ли? Вообще ничего нет. Режим фото, хом, просмотр, сосредоточиться, бег, воздействие, рукопашная атака, блок уклонения. Рукопашную атаку я не видел. Что я не понял. Откуда прибежал, туда и убежал. Домик на курьих ножках. Может, не туда? Тут не пройти. Ага, ну там можно забраться. Так. Ух ты! Сосредоточиться? Ок. Да зачем же ты так? Куда идти? Убежали. А, там, наверное, будет какая-то дверь. Ого, ух ты, развалился. Какого-то актера похож. Все так просто. Ладно. Ага. О, видишь, закрыто. Надо найти другой путь. Да, всегда есть другой путь. Что-то нормально, можно поговорить с ним. Конечно, потом сидишь и думаешь, а кто из нас шизофреник? The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Ну ты, ёлки-моталки, опять все потемнело. Да успокойтесь, найду, вернусь. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt,
the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword. Залезь на него? And at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious. Тю. Я думал, что-то будет сложнее. The Northmen made fire sacrifices. Burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Ага, это я тут должен был спрыгнуть сразу, побежать. Еще ближе. Вот кандалы, цепи всякие. Просто вообще руку сожжешь. Давай, беги уже. Боже мой. Ух ты, елки-палки. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Бросить вызов богам. Ты вообще... Башку тронулся. Опять, да блин, задолбали. С дверями. Да понятно. Ты елки-палки. Ага, вот она первый знак получается. А ну что там? В хатынке. Ничего себе хатынка. А, она сквозная. Труп. Это не я. Давай второй этаж. Так вот как воры выносили мебель. А, все. Я понял, в чем прикол. Я тут шарюсь. Это эти самые. Это же знаки, елки-палки. Шара уходит, нифига делать. О, опять будет лагать. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok. Размытие, конечно, меня вообще Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it. Да нормально, the Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods,
the Tuatha De Danann. Ага, или не знаю. Why did you abandon your gods? Senua. Ёпты. I was a man of knowledge, not a warrior. Так. To survive, I did things. Буковка Р. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die это with you. Понятно, что она здесь. Так, сейчас. Сейчас я что-нибудь придумаю. Угу. Ага, надо залезть наверх. А, ну все таки значит с этим поленом. Ага, вот он. Сейчас как-то мы его. Как бы его так. Ага. Первый есть, но второй мы знаем где. Ну, в принципе, в деревьях, как я и думал. Рука, конечно, у тебя вообще. Так, а это. А это. Не пойму, где. Вуаля. Давай, слазь. Чуть не убилась. Нельзя быстрее бежать, ёлки-палки. Я понял, что простянуть эту игру разработчики сделают, чтобы она чтобы она медленно бегала. Я уже прибежал. Ты себе точно руку уже сожжешь. Ты еще горела? Ёпты. Ай-яй, тихо. Не пугай меня. Да ну давай, ты чё? Ты ж нормально пробегал. Давай, шевели бульками, шевели бульками. Что такое? Ой, не то. Тихо. Ты меня вообще разочаровал. Не сдохни. Бля. Ставит. Ой-ой-ой. Прям жопа чувствовал. Побежали. Давай. Опасненько было. Good. Let it collapse. And have the courage to shed your tears. Raise your world to a prime. My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No, I see nothing now.
Какое небо. Опять трупы. Одни трупы. О, прикольно. Ага. Опять дверь. Так, тихо. Куда мне идти? Ага, наверх. Или нет? Давай, давай. Давай. Все? Кукин-клакин? Это понятно. А. О, три знака. Размытие меня вообще. Ничего себе не сделаешь. Find the fire, Senua. To follow the path to Surt. Ой, больше загадок. How did you escape your darkness? Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved. The suffering I had to endure to reach it, unclouded by fear, I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire. Там еще дорога была, кажется. And so, during one raid, I took my chance. Ran, так. Knowing that they would not follow. A fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. На земле. Не? Не. Ёпта, это где оно? Угу, значит где-то здесь. Где-то здесь, где-то здесь. Ага, вот. Палочка-выручалочка.
Так, а где эти две? Одна у нас буковка Р, а вторая какие-то полена. Это где-то здесь, скорее всего. Ага, вот она. Буковка Р. Тихо, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, теперь где-то здесь еще одну. Разве не там вход? Нет, не там вход. О, вон. Я же говорил, что был где-то ход. Ага. The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open, and Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. Ёлки-палки, сколько труп. Где ж он есть? Нет. Опля. А что у нас там за текстурами, а? А, вот он, ёпты. Вообще такой похож был. А это открыть нельзя? О! Логика, ёпты. Мало места драться. Мне кажется, и картина меняется каждый раз. Ух ты! Это уже дальше, чем ворота. Опять видение. Конечно. Так глаза не открывай. О. I'm sorry. Без татухи. I'm so sorry. Darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this?
together, side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone, away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. Как трагически. Ой, нет, you трогательно. Just promise me that you will come back to me. Ускорить нельзя. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Ух ты, на фоне глаза. Ни хрена себе у него меч. Дюд, так это же Silent Hill. Один в один. Только что у него меч. У того... А, и у того был меч, кажется. Да. Треугольная башка такая же. Интересно, он достанет? Ух ты! Ух ты! На, на! Посрать. Плохой мальчик. Тихо. Давай, вставай. Ого. Какой меня? А, о! Пинок. Что это за это? Светит. Эй. Ага. Это же был поджог. Давай. Ух ты! Ой-ой-ой! Давай, вставай! Ай! Все. Труп! Ой-ой-ой. Так нельзя. Это было больно. Давай, давай, давай. Ага, опять начинаешь. Ну давай. Ой-ой-ой. Да, так он сам подсказывает, что делать. Давай. Давай, 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 давай. Давай, беги. А, фокус. Фокус. Бежал. На, на, на. Ага, когда он горит, он фокусируется. Ой-ой-ой. Тихо. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй. Давай, давай. Ой. Вставай, вставай, вставай.
просто. Финиш him. Фаталити. Не так-то и сложно. For every battle won, a greater battle takes its place. But so it goes. Until we fall. And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to Это мне теперь путь же избежать обратно. Free. Knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye as I have to find your answers, your quest, your truth. Ну да, прикинь. Ёлки-палки. Ух ты, чё череп так дёргается? Мне жопой так виляет. Truth was a troubled man. Scholar turned slave. I tortured him. Да ладно, что бежать обратно всю дорогу? Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. My world. Это просто ужас. Я вообще-то заблудился уже, забыл, куда я шел. Куда мне идти? Череп аж подкидывает. Так, наверх, кажется. Или нет? Блин, не помню. А, это я, получается, из дома выйду. О, еще одно. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. Что еще можно сказать? Давай, ты даже с горы быстрее не идешь. Здесь куда? Туда? Или туда? Пойдем налево.
Стой, это выход. Ага. А, ну все правильно. Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered. Ролики уже взяла все. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. Я правильно. Вроде правильно. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. And she will do so again. You can be sure of that. Ух ты, ёшкин матрёшка. Что-то я с шифта не успел переключиться. О, новый. Боловой. Бля, он толстый какой. Где кто? Ой. Эй. Ай, я. Зафиксированная. Ага. Как переключаться, то понятно. Как это вообще фиксируется? Вау! Ты что, замедление? Как круто! Ты щитом! Влип. Хрена си. Прикольно. Если кто-то не играл, советую поиграть. Вообще управление огонь. Правда, переключения дурацкие, если честно. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Ух ты. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Все, всем спасибо. С меня на сегодня хватит. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Всем хорошего. Не болейте, главное.